Здравствуйте! Вас приветствует парк-сервис «Абсолют». Меня зовут Антонина. И сегодня мы будем готовить старинное украинское блюдо в горшочках – халушки с творогом. Нет человека, который не любит еду в горшочках, так как это эстетично, вкусно и очень практично. Еда очень долго не остывает и сохраняет все вкусовые качества. И сегодня я покажу вам, как это делается. Все ингредиенты у нас здесь. По мере надобности я буду их называть. Вот у меня есть мука, где-то 200 грамм. Я готовлю небольшую порцию, а вы будете это делать, как вам нужно для вашей семьи. Одно яйцо. Добавим сюда стаканчик молока. Можно и воды, но с молоком лучше. Немножечко разрыхлителя или пищевой соды, совсем капельку, чтобы тесто было помягче. Соли немножко, как всегда, в тесто. И сахару. Ну, сахару немного, сахар будет потом. Делаем тесто на галушке. Тесто не должно быть сильно твердым. Его надо хорошо вымесить, но оно должно быть такое мягкое. Немножко добавляем муки, чтобы тесто не приставало к рукам. Тесто отстает от рук, не липнет к рукам, но остается при том мягким и нежным. Накрываем его мисочкой, можно в мешочек положить и ставим немножечко в сторону отдыхать. А в это время мы будем готовить творог. Смешиваем творог, сметану. В данном случае у меня жирная сметана. Тесто пресное, сметана будет чуть-чуть пожирнее. Я добавляю сюда где-то 3 ложки сахара. Вы, естественно, по вашему вкусу, как вы любите сладкое. Ванилин, щепоточку ванилина. И хорошенько размешаем это все до однородной массы, чтобы сахар растворился. Оставляем в этой посуде и займемся тестом. Наше тесто отдохнуло немножко. Разделим его. Формируем такие небольшие шарики и формируем такие колбаски. И нарезаем такие галушечки. Форма произвольная, но я делаю так наискосок. И отвариваем галушки в подсоленной воде. Достаем готовые галушки. Слегка остывшие галушки соединяем с творожной массой. Растапливаем сливочное масло, где-то четвертинку. Смешиваем все с творожной массой хорошенько. И раскладываем по горшочкам. Если ваша семья еще не дома, все эти готовые горшочки вы можете наполнить и оставить, чтобы они стояли. Когда вы все соберетесь, тогда включайте в духовку, потому что в духовке нельзя их долго держать. 15-20 минут – это достаточно. Ну вот, семья уже в сборе. Теперь заливаем растопленным маслом немного, так сверху, чтобы оно не обгорало. Это по 2 ложечки. Закрываем это все крышечками и отправляем это все в хорошо разогретую духовку на 20-25 минут. Ну вот, наши горшочки готовы. Очень вкусно, приятного аппетита. Надеюсь, у вас получится. До следующей встречи, до свидания.